Dr. McGodu, и потом они венчались в Клармонт, Нью-Хэмпшир. Ну, как я понял, ваш папа приехал в Америку официально. Да. А мама? А мама не было паспорта, она по-немецки языку называется слепой пассенджер. Вы знаете по-русски, как это называется? Заяц, такое слово. Заяц. Да, по-английски stowaway, да. И хоть приехали не сюда и родили 11 детей, папа и мама не очень выучили английский. Так и говорили в семье по-белорусски. А маленького Макара отдали в школу, как его 11 братьев и сестер. Утром он учился по-английски, а вечером ходил в специальную школу для русских. Там он много чему научился. Там и учился русский язык, поэзии, пения, народные песни, церковные песни, церковно-славянский язык. И мы делали каждый год на елку представление, знаете. Каждый год. Ну, какую-нибудь песню помните русскую? Да, я люблю эту песню «Вечерний звон». Вечерний звон. Вечерний звон. Как много дум наводит он. О, южные дня, краю родном, где я любил, где отчий дом. И так я с ним навек простясь, там слышал звон последний раз. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Бум, 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 бум. Ну, а если говорить о том, где самое такое вот русское, самое невероятное место на Аляске, то, конечно же, это поселок Николаевск. Это вообще его трудно найти, знаете. В Америке очень много дорожных знаков. Все показывают, куда повернуть. А тут едешь по дороге, и только надо помнить, что где-то там шестой поворот направо, потом налево, и будет этот самый Николаевск. И это не случайно. Люди, которые там живут, совсем не хотят, чтобы о них знали. Раньше здесь вообще на этом шоссе был такой знак: деревня Николаев, частная собственность, вход запрещен, дорога закрыта. Сегодня этого знака нет, деревня стала чуть более открыта, но все равно люди, которые здесь живут, очень странные люди. Если не знать, можно подумать, что это вообще декорации. Это деревня, эти мужики, бабы, эти дети, что это все статисты, которых наняли изображать русский быт 17 века. Длинные рубашки, поясанные веревками, длинные же платья. Словом, кажется, что ты попал в старину, в 17 век, когда староверы откололись от церкви. Но не понравилось им, что провел патриарх Никон ряд реформ. И староверы откололись, хотя с нашей точки зрения перемены, может, были малозначительные. Ну, число пальцев для того, чтобы креститься, написание имени Христа, или там сколько раз произносить слово «Аллилуйя» во время молитвы, сколько раз на колени становиться, как долго или коротко соблюдать пост. Кажется, для нас это не важно, а для них это был вопрос жизни и смерти. Это сильные люди. Это люди, которые должны были жить на Аляске, где живут сильные люди. Русская православная церковь их отлучила, цари подвергали, они бросались, приезжали в сибирскую тайгу, подкидали Россию, только чтобы вот креститься так, как им кажется правильным. И когда многих из них мы спрашивали, а почему вот в России такие страдания, они говорят, из-за Никона, это вот реформа, не, не
Икон виноват. Они говорят, большевики, евреи, масоны. Они говорят, Икон виноват. И они все время бежали. Вот они в Эстонию, знаете, у нас же тоже много староверов. Прибежали сюда, в Эстонию, думали, здесь их коммунисты не достанут. Достали в Эстонии, в сибирской тайге, и они снова побежали. Революция в России вынудила их уехать, поскольку хотели снова уничтожить их религию. Колхозы, они не могли выносить эти колхозы, потому что они по-другому живут. И они снова решили двигаться, снова решили уезжать, поскольку они боялись, что Советы уничтожат их веру, да их самих уничтожат физически. И вот 300 человек, среди которых был и совсем маленький мальчик по фамилии Фефилов, покинули Сибирь. В 45-м году, вы можете представить, что такое было из Сибири, какими тропами нужно было идти, чтобы перебраться в Китай 300 человек. Но не перебрались в Китай, в Маньчжурию, а там опять коммунисты пришли. Бедные староверы, да что ж за несчастье такое. И они стали искать новый дом, но там, где уж точно коммунистов не будет. И тогда им сказали: Южная Америка, Бразилия. Вот в Бразилии сказали, не будет там коммунистов никогда. И они переехали в Бразилию. Но там было очень плохо с работой, там своим-то работы не были. И они снова сдвинулись в Соединенные Штаты и поехали в штат Орегон. Прожили там 6 лет, но, говорят, опять враги кругом. Культура американская, дети стали кока-колу пить и жвачку жевать. И они почувствовали, что это влияние массовой культуры для них не подходит. И снова рванули. И, наконец, добрались уже до Аляски. Добрались до полуострова Кенай. И в 60-х годах там осели. Наверное, в последний раз, потому что мне кажется, что коммунисты на Аляску не придут и староверов не поймают. И вот здесь, на Аляске, в Николаевске, открыто кафе «Самовар». Это понять, где это нигде. Понимаете, вот нигде, вот посредине ничего. Русское кафе «Самовар» и его хозяйка Нина Фефилова. Она кормит борщами и пельменями, и со всего мира сюда съезжаются люди на такую диковинку посмотреть, тем более, что она попала во все путеводители мира. Кормит борщами и любит своего мужа Фефилова. И при этом она здесь совсем недавно. Она-то как раз приехала сюда в годы перестройки. Приехала погостить, а вот надо же, влюбилась в красавца-старовера. А приехала она сюда из далекого Хабаровска. Когда я приехала, это было для меня большим сюрпризом, что я выйду замуж. Ну, вышла замуж, но так получилось, видно, судьба. Подождите, про замуж. Замуж, мы хотели это приберечь для следующего. Давайте. Вы же спросили, как я попала. Меня Бог послал сюда. Вот упрямый старообрядческий Бог так сделал, что батюшка, который главный батюшка вот в этой деревне, в Николаевке, на Аляске, строил церковь в Хабаровске. И потом, ну, пригласил, видать, в туристическую поездку и нашу Нину. Посмотри, мол, как мы, старообрядцы, на Аляске-то обитаем. И не думал, не гадал, что к его сынку приедет красавица из России. Ехала, значит, туристкой, да, там все, там мама в России. Да, была мама, это ужас было, когда я приехала, ой, ужас. И детки были в России? Детки были, 2 сына было, один уже женился, а второй был 17 лет, и так переживала. И я, когда я была инженером-электриком в Хабаровске, сюда приехала, ну, такой уж красивый этот человек, так уж красиво поет. И я стою в церкви и думаю, какая счастливая жена, у которого этот человек христианин. Но он на самом деле, у Дионисия красивый очень голос. Он, ну, высокий, как я вижу. Он красивый, голос у него, он диаком был. Тогда он был молодой, красивый, у него было 3 детей, одному было 9 месяцев, вон там он 3 годика, 10 лет и 12. Очень красивые вышитые рубашечки, я их уже надевала, наряжала, стряпала, что только я для них. Но все равно, что не делаешь, дети же вырастают, теперь уже внуки есть. И вот сколько внуков у вас теперь? 4. 3 девочки и 1 мальчик. Ну, ваш-то муж-то тоже вас сразу заметил? Ну, наверное, заметил. Он после 2 недель, он говорит, просто я вот тебе хочу сообщить, что я тебя полюбил, я хочу, чтобы ты осталась в Америке. Для меня это такой был стресс. Это ужасно.
Я говорю, я не знаю, что скажет моя мама. Мама, когда если разрешит, благословение даст. Мы без благословения никак не можем. И вы поехали к маме или позвонили? Нет, я позвонила. Какой там ехать? Если я выйду, меня уже не пустят сюда. Вы что? Было же что? Там не мама, там уже коммунистическая партия ждет. Да, уже все там. И перестройка началась. Все, 92-й год. Все, перестройка, не перестройка, но поплакали родители там, в далеком Хабаровске, и отправили Нину в безвестную, непонятную Аляску. Думали, будет она там простой домохозяйкой, за мужем следить, детей растить своих да чужих. Но не таков характер у Нины. Она же староверов. Она так просто жить не может. Ей все время надо чего-то преодолевать. То есть вы в Америку точно не ради денег поехали. Поехала в Америку ради тяжелой жизни. На Аляске, в холоде, в темноте. Трое детей чужих. И ничего, выдержала? Выдержала. 4 операции за 3 года на стрессе. Но выдержала. Сейчас уже легче, но что было, не дай бог. Попасть в чужую страну. Без родных. Это никому не пожелаешь. Ну, еще в далеком Хабаровске хоть чуть-чуть, но освоила Нина английский язык. Все смеялись, кому он нужен, этот английский? Как латынь, мертвый язык, никогда никто в эту Америку не поедет. А вот надо же. Ну, и как он мне пригодился. И мой муж говорит, сиди со мной и смотри телевизор, новости, слушай. Ну, как я буду слушать, я ничего не понимаю. Слушай. Но я ничего не понимаю. Слушай. И вот это слушай, оно мне дало. И после года я уже, когда смотрела телевизор, мне когда было смотреть телевизор целый год, я уже пошла на работу, в аспирантуру пошла, здесь уже... В аспирантуру? Я закончила аспирантуру, я профессор русского языка и литературы. Здесь уже, в Америке? Да, Норвич университет, стоит Вермонт. Ну, Нина, вот такая вот, понимаете, девушка... Что, диплом? Да, диплом, он висит диплом. Они меня не взяли в университет. Я написала сочинение о жизни в России. И Валерия Осиповна, которая была, и 83 года ей было, учительница русского языка, и она сказала, Нина, твое сочинение никак не подходит для университета, оно для аспирантуры. Я сохранила $5000 своим сочинением. Без единой ошибки там это говорит, ладно, не надо, она говорит, просто содержание. И вот после этого они меня сразу же взяли на первый курс аспирантуры. За 3 года я закончила аспирантуру. 3 месяца я уезжала летом, 2,5. И вот стресс, конечно, сильно был большой. Но перенесла операции от стресса, так мне и сказал доктор. Но закончила аспирантуру? Закончила еще после операции, поехала через 2 дня, поехала лежа с... тейп-рекордером, подружки носили мне магнитофон со всеми лекциями. После этого я все равно, я лежала, снова отдыхала, ходила. И там же учила студентов, по-русски с ними разговаривала, брала снова кредиты себе. Во Францию зимой посылала все свои работы профессору, чтобы еще кредиты заработать. 30 кредитов надо было получить. И кроме этого диплом. Такого не бывает за 3 года. Люди учатся по 7 лет. Ну, Бог помог. Только Господь. Да не Бог только. Характер же безумный. У всех, с кого я знаю, староверов, вот такой вот упрямый, противный характер. Да, вот сказала мужу, открою кафе и все. Да ты же знаешь, я открывал ресторан, ничего не пошло. Я говорю, так у тебя 7 человек работало, а я одна буду работать. Ну что ты говоришь, у меня сын и муж привезли вот эту старую школу. Я с этого, это вот, все вот это я делала веником, рисовала вот это туалет, вот эти двери, все у меня разукрашено. На улице это все я сама рисовала. Ну и вот матрешку эту сделали. Что за безумная идея открыть кафе там, где людей нет? Да, тут же людей нет. Слава тебе, Господи. Да при чем тут Господь? Хватит. Люди меня не находят, Фандинина. А если все найдут, так что я буду делать? Люди-то есть, но какой нормальный турист на Аляске поедет в город Николаевский? Город, не в деревню Николаевку. Так чтобы Ниду не обидеть, не задеть, не народ. Правильно, конечно, нормальный человек. Зачем нормальные будут ехать? Едут Австралия, Франция, Латвия, Ингланд, Джапен, Чанлтон. Поет русскую песню старый священник, поет о родине, которую он никогда не видел, поет о боляске, с которой связана его жизнь. И диковинно звучит эта песня среди снегов и льдов, медведей и тюленей, звучит как напоминание
о невероятной истории этого края, который так и называется Аляска. Поет русский священник, душа у него поет. Русская, потому что. Хотя сам он говорит, что уже не знает, кто он. Русский, американец, а потом задумывается и говорит: аляскинец я, вот национальность моя.